Привет, девчонки! Сегодня давайте я вам расскажу, как мы готовим маринованные грибы всего за 5 минут. Это получается очень классная закуска, такая вкусненькая. В общем, все, кто любит и грибы, это классный вариант приготовить их дома. Для того, чтобы приготовить такие грибочки, нам нужно 500 грамм шампиньонов. Желательно выбирать вот такие малюсенькие. 1 чайная ложка соли, пол чайной ложки сахара, 70 грамм уксуса, пол стакана подсолнечного масла, 3 зубчика чеснока, лавровый лист и черный перец горошком. Теперь все это дело мы отправляем в кастрюльку. Чесночок, лаврушка, черный перец, ложка чайной соли, пол чайной ложки сахара. И наши грибы. Нам нужно, чтобы в этой жидкости грибы закипели. Так, перемешать. И с момента закипания нужно держать всего 5 минут и сразу же отключить. С момента закипания эти 5 минут мы их аккуратненько вот так помешиваем. И главное не передержать, держать не больше 5 минут, потому что потом грибы станут такие мягкие. А нам нужно, чтобы они были хрустящие и упругие. Вот смотрите, они начали закипать, я их постоянно помешиваю. И смотрю при этом на часы. И вот уже к концу 5 минуты, видите, жидкости стало больше, она покрыла все грибочки. Все, выключаю. Теперь нужно их слить. Вот так. И пересыпаем на блюдо, чтобы дать им остыть. Вот так. Как только грибы остыли, они уже готовы. Их уже можно кушать. Всего нам для этого понадобилось 5 минут. Всем приятного аппетита и с Новым годом!